to see. Oh, then away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Там, короче, челик пришел, поэтому да. Возможно, к нам ребята сегодня собираются. Ага. Так что, мы идем или нет? Да, вдвоем идем. Ну все, пошли, подъедем. Сейчас тогда перейду в другой сервер. Да. Заходи. Заходи. Сейчас я тут сервер перейду. Привет. Привет. А что за челик был, Вика? Привет. Какой челик? А, это мне показалось, что ты в команде была. Там какой-то челик меня пригласил, я вижу, что тоже. Меня тоже какой-то челик пригласил, я не знаю, что за челик. Так чё? Фабиум Геймер. Он был Эш позапрошлой карте, последний, когда мы катали. Ух, я не знаю, как. Я не помню. Все, это вот ты знаешь. Я уже не помню, что иди отсюда. А, ты меня догоняешь? Сельдар сидит там. Так, все, поехали. Пойдем дальше узрить их. О. Что-то быстро. Да, что-то быстро как-то. Enemies turn to ban. Куда ушел это? Бан. Что-то как мне вот эти верхние двое знакомые. А что я не перекинул, походи. Я спросил, куда он ушел. Эльда? Нет. Какой челик? Павел Геймер, не знаю, за кого ты. Амир куда? А он сказал, что он левая. Он, походу, с нами не хочет просто играть, и всё. Он понял, что мы долго собираем всё, вот и всё. А, ну текает же. Нормально. Что? Так, Као. Нет, не Као. Бля, чувак не выбрал. Нормально. Вообще, блин, взял, обломал всё нам. Снова в поезд. А чё, вот опять 150 раз нажимать нужно? О, ты уже там, а ты где? Я уже на две ступени впереди. Ага. Быстро ты так, сейчас смотри, будешь вообще будешь. Как зовут этого человека? Василий? Какого? А? Какого зовут? Где зовут? Где-то. Где-то? Не, ну, пациентов зовут Василий. Василий? Да, кого? 100% отвечаю.
На Земле есть Василий, отвечаю. А кто скрывает имя? Не знаю. Кому-то Као нужен, да? Дениски. Дениски. Захотелось. Это что, поляки? Поляки, что ли? Не знаю. О, быка. Знаю. Что у меня полдня, блин, на сервис нажимается даже. А походу сервера падают. Ну. Ну, у меня в любом случае танк останется один. По любасу. Живая. Maybe, baby. Your turn. Oh. Ого. Customize. Нажал и жди, короче, когда надо дуплиться. Так, им нужен фланг, да? О, бак. Они думают, что Юнара, короче, поинтан? Ну-ну, давайте. Сейчас мы их найдем. Это не та Юнара, которую вы думаете? Не о том вы, ребятки, думаете. Ага, так. Да. Я вижу здесь, короче, модный кусок времени. И хан, так. Бока будет в окошко настреливать. Постарайся, знаешь, куда залезть? В окно залезть. Ой, фу, в окно залезть. Выйди, пожалуйста, в окно. Ага. В это, на тубочку еще лучше. Этот, на полку. Как там? Залезь, пожалуйста, в окно. Короче, там есть балкон, вот, вспомнил. Я понял. Так, бак болотной. Марвел, Денис, Ричи, Сафин. И смурф у них. Четвертый. У них смурф. Как бы его поймать бы? Мервел. Что-то знакомый Мервел. Мервел, не знаю. Ну, Марвел. Рука смерти. Рука смерти, да? Хорошо. Да, я это трогаю, что он умрет. А? Рука значит смерти, да? Хорошо. О, и на дамаге, прикинь. А почему бы и нет? Дона, фокус. Что-то знакомое. Да ну фокус. Может она нас наебала? Фокус линзы никто не пикает. Кроме даунов каких-нибудь. А мне кажется, она наебывает. Смотри, она ничего не покупает. Значит, все. Вот, я же говорю, Лего поменяла, обмен жизни. Говори мне с ней. А, тогда все нормально. Мне Иви, короче, говорит поменять Лего. Это ты будешь командовать со своей командой. Они обходят. Туда иди, внутрь иди. Сына. Где все? Блять, разъёбывает. Ага, понял. Там на правом фланге... Ой, на левом фланге никто никого не убивает почему-то. Этот пришел и вообще ничего. Ну, у нас Мако, короче, я не знаю, что он делает. Мако какой-то дебил. Он встал и все. Типа, он стреляет в молоко, по-моему. Обойдется. А где этот бомбер? Сюда. Он еще и станет. Ага, сейчас я соседи покупать из-за него. Маков какой-то дебил. Я говорю, он молоко стреляет. Да, Лиан такая же. Понял, я умер. Я выхожу на хана почему-то постоянно, мне
Это Паша, ты? Ой, он меня перекидывает и пиздец становится. Что с ними не так? Его, ее стоит бомба, это дамажит, она просто стоит АФК, что за... Короче, опять не успевает. Так. Станешь галереть. Спасибо, Тим. Репорты на Раплис. Как они меня видели, что это? Они же не знали, где. А, я услышал, как я вышел. Тут уже Иви заговорила по-русски. Иви тупа. Иви по-русски заговорила? Ага. Блять, ебаный ты бомба, блять. Лян, ты можешь да хоть нет. Чуть-чуть в кого-нибудь попадать, а не в молоко стрелять. Стреляет и никуда, да. С этим... Нихуя не делает. Они оба, и Мако, короче, такой же. Сосёт, блин, дебил. А где она? Из типа трэш. Иви говорит, коф, ланквейс. Вандрик Энар and not Брей. У меня никто из них не разговаривает. Не разговаривает у меня. Fucking trash. Э? Почему мне не разговаривает? Она у тебя в игре разговаривает? Ага. Она у тебя не пишет, а говорит. Почему мне не разговаривает? Странно. Ако фэнтези не пишет. Чё говорят? Мако, короче, ну, короче, Иви болтает и Лиан болтает. Оба, короче, один француз. Второй рус. Я понял, что нихуя не бот. Да не это, ты чё, вообще не это игры. Тупо нету её. Да мы просто молоко стреляем. Я не знаю, с Мако, посмотри, что с Мако. Мако вообще ничего не делает, Илья ничего не делает. Который ходит как черепаха вообще. Реально черепаха. Сосал, блядь. Мако. О, ну мы их разъебали хоть чуть-чуть. Да, спасибо Инаре. Спасибо моей ульте. Молодец. Ну, я сомневаюсь. Но он даже сейчас это рух не туда. Дадинский, блядь, что это за них такой? Залез на балкон, короче. Сюда идут. Ты пиздец, она не может никого. Да не, они нубы, короче. ГГ нубы. Абсолютные нубы. Я сделал дополнительное. Смотри, что мы куплю все делают. Зашел. Ушел. Отвали. Че, БК, сюда иди. Че, такой мудный, да? БК, иди сюда. Да господи. Иди сюда, БК. Что думаешь тут? Шутки играть буду с тобой. Успей, не успей, типа успел. Иди сюда, БК. Хана, блин, не. Не успею, дети. Да нет, ничего страшного вообще. Просто это нубы, я сказал вам. В чате, что они нубы. Блять, ты играешь на Инаре? Слышишь, хорош нубить, хорош нубить. Закрой свой Хайла. Закрой Хайла, ты нубик. Играть вообще не можешь. Все, до свидания, нубик. Еще и бан получишь тысячелетний. На тысячу лет, блядь, ты просто чекни статистику после матча. Слышишь, мне твоя статистика до жопы, нуб. В
смысле дашь жопу? Так у нас бэклайн просто полный. Да ты что говоришь? Да ты что говоришь, умник? Все, до свидания. До свидания. До свидания. Боже, чел, ты играешь на голде? Ты играешь на голде? Слышишь, я играю на бронзе. Отвали, нубик. Какой, блядь, какой ты убогий, ты пиздец, просто не смешно с тебя. Мне тебе жалко. Просто жалко. Бля, какой ты тупой, ты пиздец. Я вообще не слышу. Да, тут болтай, короче. Не доуч. Крипл на Инаре, пиздец, блядь, ты тупой. Завидуй молча, Шарик. Какой Шарик? Пес, я тебя, блядь, обоссу один на один. Хуй. Иди сюда, пес, обоссыся, смотри. Ко мне придешь, понял? Так, вот этих всех, короче, Мако туда, Лиан туда. Умник нашел садиться. Готова? Да. Это кто у нас был порн актер? Понятно. Это была и. Засланец, я знаю, откуда это засланец этот. Да? О, сосочки. Как они зовут? Они думают, что если Янара возьмет, короче, материнку, короче, эту, Легу, то будет жить. Угу. С таким миллиардным дамагом Янара выживет. Еще только хуже будет. По ее полю будут гонять все, кому не лень. Нашел здесь кого учить. Что? Что такое? Мы с тобой вначале. В начале? В смысле, где начало? Тип второй. Нифига себе. Ой, вообще тема будет сейчас. С нами пионеры. Не, ну понимаешь, что в чем прикол, короче. С нами могут быть пионеры. Против нас могут быть тоже пионеры. Но это всего лишь 1% на 1000. Потому что против нас, по моим очкам, может быть, короче, команда либо смурфы, короче, либо, ну, еще смурфы. Либо смурфы. Да, так что готовься. Логично. Так, Дзина я поймаю. Your turn to bash. Меня со всех сторон контрят, короче, а я должен, короче, там... Короче, что о нем думаю? Вообще какой-то больной шарик, короче. Так, у них опять злобно... Ооо, слушай, а это не пати случайно? Инь, короче, и время. Не, нет, и время. Атос. О, вообще тема. Да давай, бери, пофиг, короче. Надо, знаешь что, мне надо помочь, так, Дзин будет бегать за тобой. Давайте все бегать. А если тем Моджи бегают? По-моему, против нас Моджи с таким джинником. Да? Я вот, честно говоря, не помню уже. И меня этот отвлек. Я, между прочим, первый раз, короче, так вот зарядился. Может, защиту тебя, наверное, не знаю. Зарядился? Ага. А, на меня что-то писел. Да ты потом можешь, я когда этот, открою их, пересмотришь стримы эти. Я пошла нахуй. Значит, это сервера просто, что-то с серверами, раз у меня вообще ничего нет. Ага. Я вообще никого не слышу. Вот, что тебе говорил? Как и пути этот.
Кому-то качают аки-аки. О, кофейка. Кофейка. Типа конфетки? Не знаю. Может, это кофе и конфетка? А, может быть. Так, что там Mazda HD? Mazda HD, что-то знакомое. Mazda HD. Что там еще так регистрируется? По-моему... Нифига, не будет. По моему полю никто бегать не будет. В моем поле я хозяин. Вот смотри, я вкачаю себе щиты только по одной простой причине. Чтобы ловить, короче, дзина, мне нужен, короче, щит. Обязательно, потому что дзин может на меня ульту утонуть. А Энера всего с палкой. Ну все, бой будет нормальный. А он наёмный. Да пофиг, что он возьмет. Мне главное второй щит и все. О, мне нравится его сиреневое оружие у Виктора, смотри, прикольно. Да? А ну-ка. Витёк, иди сюда. Да постой ты на месте, два. Ага. Прикольно. Ну, погнали. Ну что, пизда. Ага, все. Сейчас мы их зарядим. Обойдёшься? Чё там? Вот, вот, а, у них тира, да? Ёханы бабай. Да. Я сейчас сгорел, все. У них тира. Понял, принял, отошел. Я даже уйти у нас. А, у них... Ну это жестко, конечно. Но она еще там стоит, а то это уходят. Не хотят, блин. Отбились. Что там дождь? Мы к тебе подойти не можем, потому что они тут стоят. Так они меня палят здесь. И одна палит, и вторая палит. Бля. А, я убил ее! Теперь меня убейте! Теперь меня убейте! Подожди! Хилить. Да кил. Чё мы этого заебали? О, всё, молодец, спасибо. Тут ещё справа. Кусок. Кто, где? Уходи. Она ещё ультанула, блядь. Сзади. Ты она... прям стоишь. Да я, видишь, и там стою, короче. Меня с обоих сторон перекрестки бьют. Я не успею уйти. О, у нас не команда супер. Понял? Особенно Виталий. Виталий? О, спасибо. Что, говоришь, защита была, да? Говоришь, защита была, да? Да что? А где все, я не понял? Я понял. Меня убивает Дин. Ага. Ты, она ко мне, иди. А, у нас, да. У нас вообще это, того. Курочки у нас в команде. Ага. Да. Ну ладно, не будем обижаться, они такие все. О, меня заморозили. Еще и жгут под жопу. Я тоже заморозил. А у меня вообще нету, когда чуваки уйдут, у меня нету звука. Так, смотри, короче, Тора собирается сдуть. Хорошо, я отхожу чуть-чуть. Где кто? Да он заколебал меня. Сейчас была слышно. А где эта инь? Чё там? Блин, иди сюда, Дзинь, иди сюда. Скальбан, Дзинь. Ой, я сейчас горю. Не гори.
Нас обходит сверху. Да толку, что он обходит. Я ж не пущу сюда никого. О, меня жгут. Правильно, ну. Люблю огонь. Пиздец. Так. А мы сейчас сделаем вот так вот. Это долго жить не будет. Что? Либо нам какие-то новые попадают, либо против нас какие-то супер прои. Ну это за меня, тихо. Не боись? Да причем. Ой. Ой, я живой? Я живой почти, да? Да. Сучки довезу. Мако бесполезное. Да. Ой. Правильно, зам. Ага, обойдется, у меня два щита. Пиздец. Не, ну мы старались как могли. Так, что у нас, Мако? Понял, у нас, короче, знаешь, в чем прикол? Ладно, сейчас добавим жару. Ааа, вот так вот, да? Чего? То есть у нас прижигание, да? Ага. А у них 4, да? Угу. Нормально. Сейчас добавим газу. Они же увидели деда, все, надо, короче, срочно деда бомбить. А дед же кидает это, щиты. Короче, выцеливаем инь и понеслась. Сына Виктора, аутист какой-то он. Так, я тебе скину щит. Туда не иду. Норм. Я дедулю убила. Там не бегает. Разъебали. Проебать. Ага. Мако опять долбоёб какой. Ну, видишь, у нас пионеры. Бол мне на Мако. И Витёк балбес, короче, да? Все, не парься. Пошли попробуем вытащить. О, я сейчас их, короче, я сейчас им дубины дам. Я сейчас им дам дубины. Я здесь. Справа. Ульта есть? No. Нет. Я умер. Ух ты, сколько здесь их. Никто никого не убивает. Ага. Он просто вечно живет, по-моему. 24 у него серия. Это эпизод. У кого? Ну, Дин. Дина? No. Давай убью. Хочешь? Это о. Пиздец. Сейчас 25. Я пытаюсь здесь не Дзина, короче, контрить, а хилы ихнего. У тебя Дзин интересует? Хорошо. Сейчас я Дзина поймаю. Иди сюда, Дзин. На него просто одевает этот торвот, короче, скелет. Иди сюда, Дзин. Где он? Бля. Целая толпа на меня. Реально целая толпа. Вся. А мне интересует Дзин, да? Хорошо. Дзин. Да ёбаный. 27. Да сейчас я ему сделаю. Не боись.
сейчас уже 30-ка будет. Блять, Мако, просто боженька. Я просто в шоке смотрю. Кто это за бог аутизм? Смотри на него, у него лаги или что? Он стоит там. Я чуть не улетел. Ой, дебила, пропустил кусок. Ой, тут. А ну, отвали сюда. Иди сюда. Чё ты думаешь, какой? Ой, мы Дина убили. А кто убил, посмотри. Я себе обещал, что я его убью. У нас, походу, посмотри на пол. Он, по-моему, бот. А, да? Бот. Сверху два зашли. Держись. Зай. Заколебал, знаете. Понял. Проебать. Ага. Ну, заебали. Ты же видишь, у меня толпа целая, короче. Бомбит. Ну, комбот. Понятно. Я хотела орнуть, если попадется этот. Кто-то. Если бы Мако попал. Куда, за кем бегает Моджи, непонятно. Толпа вся за ним. Просто бежал. Офигеть. Солнышки лежу, мне солнышко. Все лежу. Пиздец. Ну, у них, скажу так, у них Кира вытащила бой со своим, короче, напалмом. 0.13. 36 дамага. Пожалуй, я кину на реку. За выход из. И Моджи, пожалуй, тоже. Моджи, да, тихо. Тоже туда же. Просто аутизм. Так, я еще не серебро? Или уже серебро? Сейчас я гляну. Знаю. Сейчас, погляди. Наверное, серебро, пофиг, поехали. Ты готов? Я готов. Погнали. Когда спросится ранг? А как вот сплит заканчивается? Сейчас посмотрим. Осталось 11 дней. Норм. Да у меня на этот год все равно платина есть. На этот год. Там же, короче, рамка дается последняя добитая рамка. Ну, достижение. Максимальное, которое было у тебя. О, у нас опять это, того. Курочки в нашей команде. Ага. Мейнфлангеры. Я сразу так и не доверяю, что это мейнфлангеры. Тиру бомби. Мне не нравится. Где она? Можно засейвить Мейнфланг. Кому? Сейчас посмотрим. Они, видишь, молчают. Ну, сейчас спросим, если не ответит, тогда не буду его вообще пикать. Либо сама. Нет, Макоя нельзя отдавать. О, вообще. А, ну ладно. А кто ливнул? С той стороны, да, ливнули? Не знаю. Нет, с нашей последней самой челик какой-то. Your team's turn to О, вообще. Норм, чё? Бандзин, нет. Ага.
Айгуку, а еще если бы ее не забанили, то, в принципе, ты Гоуку. Гоа. Гоа. А знаешь, кого забань? Забань, короче, им этого, Джона. Джонаса? Ага. Пускай гуляет лесом. Чак пишет. Can I go go or die? Надеюсь, его забанят. Макко забанят. Enemies turn to ban. Нефиг ему носиться. Только меня, только меня отвлекает за ним бегать. Тира, ну Тиру будем контрить, пофиг. Ты Мако взяла? Я засейвила Мако. А-а. Ну он же хотел Мако пикнуть. Он написал либо Мако, либо Та. Как тут попасть в сет? Куда попасть? В сет. Но у него ник. А, как тут попасть в сет? Я думал Эшли взять. А на русский? Ну чё, Сенара, ты не понял? Не знаю. Может, он за Сенару будет играть? В пятом уровне, в лиге дать. Короче, я сейчас Беррика возьму. Го Юйнара. Только сейчас понял. Так, у него флангер, да? Смотри, короче, опять смурфы. Задолбали мне смурфы эти. Короче, смурф у нас идет 21-й, вот этот, а не сделать 21. Какой 21? Ну вот, видишь, как... А, всё, я понял. Смурф. Это на Мэйфи. На Мэйфи, да. Короче, двигайся ко мне. Будем стоять на балконе, короче. У них там кто, БК, короче, да? Пойду бака погоняю. БК. Погоняю вас. Почему Бака? БК? БК, а почему Бак называют БК? Ой, Бака называют БК, ну чего, типа, это же вообще не БК. Инара, короче, играет на этот, короче, пускай играет. Да пусть, кто хочет играть, если что, репорт схлопочет. Логично, логично. Логично. 3, 2, 1.
Так, я забыл. О, блин, не там поехал. Ладно, пофиг. Начнем отсюда. Ой, блин, не там поехал. Чё, меня ждали, да? А вот фиг вам. Держись, держись. Фига мне, сюда ко мне иди. Не боись, я здесь. Я здесь, ожидайся. Я обхожу ее. Они боятся вроде. Особенно хан. Мы вживая, да? Курыч. Да. Уже нет. А, нет, жива. Вон нас стоит. Летит курочка. Куропаточка, так сказать. О, все, моего нету. Не будет больше, не будет больше делать ничего плохого. Кто там? Я не понял еще. Вот этот чудик. Все, классно. Подожди. Тут еще вот травят. Змею гоняю. Ага. Да ладно. Смотри, как она обиделась. Тупаться сам. Обиженная бедолашка. Быка, контри. Я ее в жизни уже обидела. Так, меня хочет выкинуть. Здравствуй, Харшка. Мы сильно на меня обиделся. Очень сильно. А мы сейчас сделаем вот так вот. Для исцеления эффекта. Что-то империка своё дала. Чего? А дизайн на моё место. Глаза сочетаются. Ага, У нее рот и эти, как там, О, теперь я поехал правильно. Уходи, за мной иди. Чичик. Пошли вниз. Уходи вниз. Уходи. Где? А, мне пиздец. Я внизу была. Меня мать убила. Я за ней гоняюсь. Не боись, я с тобой. Я умер уже давно. Обойдёшься без хила. Возле меня держись, короче, поближе. Если будет опасно, сразу, короче, мне оп, забери и всё. О, БК опасно. Летит. Опасно? Всё, я жду. Да, это БК. Умер быстро, бля. Красавчик. Мы бегаем. Где? Сюда, иди ко мне. О, сюда. Отлетает очень. Что? Ты меня хотел вот так делать?
Обойдете. До свидания. Ах ты любитель. Тут мы взяли. Он обходит, обходит, БК обходит. Мы взяли. Сейчас я иду. Вот так вот делаем. Опа! До свидания. Блядь, я... На спине. Ну и что дальше? Да что дальше? Вариантов нету, мышь. Я еще не смотрю. А мне не знать. Лиз ха-а. Это что, мы в британке шли, да? Mm. Я был непонятно кем был, там, флангер, там... Короче, полупокер. Вот этот Маку еще играл, а вот те два Маку вообще не играли. Ну, ты... Просто ходи. Им нормально, и валяй, походи, ходи. Темпо. Ага. Так. Готов? Что-то поезда быстро проходят. Enemies turn to ban. Вроде знакомых нет. Your teams turn to ban. Enemies turn to ban. Your teams turn to ban. Вот тот-то, короче, пишет Vivian, он будет стоять на площадке, если тиро будет кидать? Вот хотел бы на него посмотреть. Сейчас Vivian забанить, которую никто не пишет. Ага. Бля. Маска Зеро. Отдайте мне сервис, блядь. Бери сервис, бери. Чё, не нажимается? Нет, я возьму сервис, я думаю, тебе и на руку взять. Чё этот череп? Так, ну у нас... У нас полюбасу... О, Джона, ну конечно же, Джона надо взять. Ну ты мне сервис берешь. Полюбасу? Отдайте сюда нам нашу тёлку. Она у нас симпатичная, поэтому должна гулять с нами. Имани? Имани? Третий? О, Стрис еще лучше. А для Хана все плюс, все нормально. Неважно чем, короче, троллит, пойдет. Да? Ну да. Так, Арканец, короче, Ютуб. Что-то знакомое.
Это кто у них пихатель? Хукатель? Кто что? Пихатель, хукатель и этот, подниматель. Кто? Кто, смотри. Пихатель у них Эш. А хукатель у них... О, здрасте, в очереди. А, до свидания. А кто ливнулся? С той стороны, походу. А, вот этот чувак Бенджа Кинг, это только что с нами челик пикал. Да? Но он тоже опять последним пикал. Enemies turn to ban. Марио. А кто такой Марио у нас? Тиру кидай. Нет, Джона кидай, нафиг. Обойдутся без Джона. Тиру мы переживем, а вот Джона надо бомбить, короче. О, вообще ништяк. А, ну в любом случае у меня танк есть. По-любому, хоть как, крути не верти. Мне кажется, БК не отыграет нифига. Maybe, baby. О, Зи. А тут надо брать Инару, чтобы поймать Зина. Не, я Барика может развалить его. Your turn to pick. Я понял, попался этот Зин. Вот он там, короче, метелил. Я кое-как дополз, короче, до второго щита. И все, и Дзин начал прятаться за толпу, а я именно в толпе его выцелил. Нормально. А потом, короче, я ему жизни не дал, вообще не дал жизни ему. Ну правильно, а чего ему давать? А че он на меня нападал постоянно со своей катаной? Рубал меня, короче, ульту меня пускал постоянно, короче. О, Тира. Ну, зато без Джона. Дарик? Да. А у них Анка. Или отработает? О, пойдет. На энергии, короче, может? Может. Это хорошо. Вижу. Так, надо, короче, знаешь, кого бомбить? Бомбить нужно дерево. Обязательно. Потому что эти барбусы сейчас будут, короче, он сейчас будет возле них, будет возле танков. А нас будет отвлекать, короче, Тира вместе с Зином. Как бы так сделать, прикольно бы. Забомбить, короче, дерево, Макога и Эша, пихателя. Так, надо, короче, Мэй помочь, я так думаю. Ты там с нами будешь, кстати, с нашими тремя, а я пойду попробую сейчас помочь, короче, там. Там где-нибудь. Инара, мне вас мать не играет. Погнал я. Аккуратнее там, а. Если будет туго, я потом к вам приду.
Да кто стрит? Понял, Мако. С Мако, блядь, обошел за зубы. Да ща, подожди, обойдут они сейчас. А сейчас что с бомбером? Стоит просто. Шухер! Шухер! Дурочка. Я тут, а? Я вернулся. Где он? Катана этот. Ах, я сучка. Сейчас я ему сделаю. Ой, мне больно. Уходи, уходи. Ой, спасибо. Где он? Все, его убить. Да, охуел. Кто там тебя? Эш, что ли? Эш, дерево? Не шуба. И потом пойду кофеек списал. Хорошо. Оба, они вдвоем, да, ребята? Ну, подождите, я же качаю щит пока. Я пока вам больно особо не делаю. Так просто комарик куст. Да? Ага. Пока, короче, вам везет. Пока. Так, уходи, короче, ко мне ближе, потому что там идет Дзин. Дзин там сражается с моей. С проебалкой. Так, синий, синий, не лезьте. Я понял, тут двое, трое. Посмотри, что делать? Ты за мной бегает. Норма, норм. Норм, норм, норм. Так. Я хочу вот так вот сделать, ребята, для начала. Мне же надо запустить ульту там где-нибудь. И, наверное, выживет у нас, не выживет. В огне не выживет никто. Добиваем, добиваем его. Хорош. Ага. Так, что там одеваешь? Щиты одеваешь? Я тебе этой радости не дам, чувак. Так. 5, 3, 2, 1. Уехали. Поехали. Я знаю, куда идет Джин. Джин идет. Нормально. Джин идет нахуй. Ага, точно. Ох ты. По Джин. Чё, ёбаный свет. Он там в этот внутри. Я пытаюсь, чтобы ты выжил. Да я ж вижу, короче, эти спикинг, стоп. Ну это пиздец. В тумбу, короче, залип. А. Засейвить. Забыл у нас.
это знает, кого надо бояться. Чё? Чё ты там хочешь? Я резко захотела класс. Он всегда. Грязная скотина. Бьем курочек этих, вон один. Курочка. Самый главный петух сзади. Сейчас, надо. Ушел. Уходи, уходи. А он умер. Опа. Мако, говоришь, да? Дерево, 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 мочим. Хорош. Иди сюда, ты. Обойдется меня ловить. Папа дзинзай. Довести. Чуть-чуть не вытянул. Говоришь, огонь тянет меня, да? Ну ладно. Сейчас я лечу. Мне надо пустить, короче, ульту там, где-нибудь. Тут ты издеваешься. Как ты там отработал хорошо? Нормально. Ага. Я собрала еще. Нормально. Иди там. И то же самое, короче, можно ловить этого пильщика. Пильщика? Ну, этот босолапый, как вот Таос. А, ладно, не стак пока что. Ага, я... давай, сейчас я дождь пойду.
Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running. Алло. Ты тут? Тут. Стой, стой, стой. О, я серебро первое, короче. Ура! В принципе, мы последний круг. А там же, короче, же оттуда упал вниз, а серебро, короче, поднялся с первого до золота, короче, и у меня там было всего 17 очков. А прикинь, сколько у нас было троллей в первом этапе. Это я второй раз затянули. Так, кто здесь знакомый, есть кто-нибудь? Кошмарик? Это Кошмарик, короче, это я знаю тоже откуда был засланец. Молча Дрогоза. На этой карте, по-моему. Enemies turn to ban. Да,
Либо он Джона сейчас заберет. Мако. Ну-ну. Дин. Ладно. У тебя есть, да, я знаю, резервы всегда. Я могу почти за всех его. Я могу за Ил, я могу за Инь, я могу за... Так, если они два танка этих заберут, придется мне на Газели гонять. Ну да. О, ну нам нужно поймать Зина. О, а как сейчас будешь контрить, короче, Сирии? На Фуриче удобно контрить, короче, помимо чего. Блин, и первым пиком же ее забрать. Угу. Бывает. Площадку нужно отбивать. Они сейчас пытаться будут тиры, короче, а я буду тиры прикрывать. А ты, короче, трясуешься в пазухе, понял, где пазух? Если, короче, на балконе напротив никого не будет, ну, посмотрим, сейчас глаза откроем. Будем быть всесторонние. Дзин постарается зайти сзади, но тебя там не будет, ты будешь в пазухе с их стороны в уголочке прямо, понял, где? Посмотрим. Посмотрим, как кто куда придет вообще. И у них, короче, единственный вариант, чтобы, короче, тебя увидеть, идти на балкон с нашей стороны и бить, короче, с нашей стороны из балкона. Короче, сделать перекресток. А вот Мако 8 уровня, это вообще, конечно, прикольно. Может, он смог. Ну, не знаю. Не, может, реально хорошо играет, как бы как. Ну, только единственное, короче, если он смог. Это единственное. Больше никак он не сможет играть на Мако. На 8 уровне. Может, он хорошо играет. Мако, я не знаю, короче. Для меня Мако сложный. У меня панцирь в одну сторону, я в другую сторону бегаю. Хотя ко всему можно приспособиться. Так, дедок, да? Дедок, говорите. Дедок. По-моему, он был со мной в бою. Мако. Ну, да. А я думал, это про деда. Знакомый ник. А дед, а ну-ка дед, какой у него там ник? Да, по-моему, короче, нас троллили. И дед там был. Я не помню. Дед, короче, был не с нами, был, он был с другой стороны был. А почему у меня не видно... А, я понял, у меня выпит. Я думаю, почему у меня не видно ни хрена эти... А против кого сделала Скайп просветление? Сейчас зайду. А в чем прикол? У меня выпит. Ничего страшного. Кира у нас. Я не могу зайти. Нажимаю подключиться заново, подключить в аккаунт, игрок открыть. Понял, сейчас зайду в Steam. Так, а у нас кто? А, он чуть сзади зашел, да? Сейчас в Steam не призову. Да, дело, не спеши. Yeah.
не успеем взять. Я пробую зуб. Не так все. Фига она его, она ее отпилила. Так, я хочу вот это хочу. Сейчас. О, хорош, загружает. Загружается? Я вот не пойму, а что у нас... от кого наберет, короче, просветление? Ничего не пойму. Не знаю. От Siri? Capture point spawning in 15 seconds. Кай, у нас просветление берет. А, у меня на F, сейчас. No. That's too bad. Ciao. Так я пока разговаривать не буду. Ага, хорошо. А, все норм. Переставила саму. У меня на... Первый готов. Так упать потом меня не забыть прикрыть. Ага. Я тут, короче, двоих убрал, но убрали меня тоже. Я убрал, короче, лишнего хила. Mm-hmm. И этого, как его зовут? Скажи быстро, Торвода. Mm-hmm. Сейчас еще подожди. О, вы убрали без меня уже Лиану, модную. Сейчас еще Эша, подожди, уберу. Нифига себе! Ты живая там? А я умер. Да что такое? Меня никак не могу, короче, отойти, а? А что, опять они взяли? Походу. Да у нас как какая-то тупая, короче. У нас Мако нифига не отыгрывает. Бля, я им кидаю, они не могут. Да у нас, короче, Sky нифига не работает. Не могу, нифига не работает. Началось. Все.
Да нет, нет, игру сбивают. Тупо сбивают ее. Конечно. Угу. Игру слили, короче, Мако, Скай и Тира. Андрей плюс меня выкинул. Да не из-за этого ты же вернулась. Нас слили. Да вот она первая, короче, кто сливал игру. Мако второй. Тупо слили игру, короче. Моя 17 тысяч от хила, это пиздец, да. Да не в этом суть, короче. Вот эти, короче, надо обоих. Раз, Тира вторая. Да нет, Ара, она хоть дамажила, у нее хоть хоть 40. Да кого не дамажили, короче, они, просто видела, короче, они все четверо контрят меня, короче, один наши были. Если читера меня контрят. Позови. А ты где? Меня с собой. А-а-а, сейчас подойди. Я понял. Позови меня с собой. И пишет, короче, через каплоп, короче, дети шивые. Так, поехали. Оно же видно, короче, когда, знаешь, ты пытаешься отбивать точку, да? А тебя, короче, контрят минимально 3-4 человека. Остается один на остальных. Тебя не берем в счет. То есть остается 3. Что они делали? Дамажили? Я говорю, только более-менее там Тайра бегала. Тайра? Я не знаю, где она там бегала. Я знаю, что, короче, меня контрили, короче. А мне не очень, не очень удобно. Этот, короче... так. По-моему, не было этих. Не было. Если бы они были, они бы чем-то А мне такой уже был один, короче. Бой, короче, был... Короче, подряд. Два раза попался один, а двое даже попались. Короче, бой проходит вообще ноль. Меня контрят, короче, конкретно контрят. Мы просто продуваем, думаю, ну пофиг, короче. Написал, что два тролля. Попадают они на следующий бой, короче, со мной опять, прикинь, в моей команде. О, я такой пишу, ГГ тролли, короче, два. Потом не выдержи, короче, говорю микрофон. Я говорю, слышишь, ты, Витёк, короче, и там еще один. Я говорю... Вы вдвоем поступаете как гниль. Ладно, там вы как пытаетесь кого-то там заруинить, короче, типа меня, короче. А остальные здесь при чем? Не знаю, что на них повлияло, короче, но бой мы выиграли. Но. Прям Моджи. Моджи забрали. Да? Никто не берут. Ну, один танк берут, ладно. Ага, Тира.
Your turn to pick. Касси. Customize your champion. Ну, у меня вариантов нету. Тира нормальная. Это хорошо. И нормальный. Ну, точнее, это плохо. И моджи нормальный у них. Еще лучше. Прям за них душа радует. Да? Хорошо. За нас не очень. А ты что, Атлас? Я не знаю. Ты Атлас, я такая такая. Ты чё? Ты чё, с ума сошёл? Релакс! And here we go. Be careful. Что нахуй, Маджи, почему они за секунду меня сносят так нахуй? Ой, пиза. Ух ты, залетел я сам к ним, да? Он же стоял. Он манчит от моих ударов. Ну, Тантара идет с трех. Это Моджи, ну конечно. Тупая, блин.
Ёпта мать. Да его за секунду вынес. Я уж думал, я побегу похилю. Минус, на. А нет, я похилю. Где, блядь, это мой прыгает? Как гушка. Ну хоть не будет ничего такого. Да. Моджи убежал. Да, Моджи убежал, да? Capture point spawning in 15 seconds. Sorry. О, я сейчас попробую в одно место подключить. Получится, нет? Не знаю. Блядь. Ну ёбаный ты. Молчу, блядь. Ой, за мной Тайра идёт. Я, блядь, сколько думать, блядь, убежала. Что-то Тайра. Что, блядь? Где Дойс? Зачем ты прям пекло прыгнул? Ты чё? Ты пизда, блядь, я не смогу быть. А, нет, смогу. Ну да, это же я, блядь. Убя. Беги. А, чуть-чуть не добил, представляешь? Чуть-чуть, буквально. Капельку. Блять, пучи ты можешь. Я не могу против него, его чубанить надо. Чего вы так часто пикаете? Его? Ну. Да и Нара просто не может его ловить. И она закупается по-своему. Не по-моему. Да это пиздец. И он просто бегает, убивает меня. Он сдалека, блин, стреляет это. Проебали, блядь, на это. Да у нас так и танк, если ты ходишь. Чё ты хочешь отратываться? Ну, чтоб он хоть чуть-чуть тпшил, там, моджи хотя бы назад, чтоб он там... На... Блять, вот, вот, видишь, чё, о чём я говорю? Не, подожди, мне ещё закупа нету нормального. Ёбаный ты атлас! Я да. Проебала ульту! Да... Атлас такой, понимаешь? Атлас танк. Я не считаю его за танком. Он дебил, блядь. А у меня еще и лагается. Блядь. Но они выйдут сегодня ко мне и спасибо. Дебил. Понял, блядь. О, наконец-то я вторую штучку купил. Ну все, они сейчас довезут, блядь, туда вот. Ну что, Сартус, ну, Сартус. Куда он вот сейчас пошел, зачем? Чтобы его там назебали за секунду. Один, тем более. Его сейчас там вот именно что это убьет. Сюда Моджи идет. Сюда он Тайра идет. С ним. Не Моджи. Шумно.
Молодец. Обходим. Инара, видишь, целиком зависит, короче, от этого, ну, от хила, целиком, вот как она прокачит хил. Поэтому у нее живучесть очень маленькая. Бегим. Ведь этот маджа сейчас сзади зайдет зелье. А нет. Пошел мне друг из другого. А, ну он возвращается, блядь. Ух ты. Блядь, я проебала. Сожгла меня. У них Тайра залагала. Залагала? Я ебну, пока она тут стоит. Она пришла, да. Меня, короче, убила. Не знаю, как залагала. Она залагала, просто нашла в стенку. Он, Моджи, увидел, что я ее убью. Он на помощь. Ну, кстати, у них Тайра, походу, вылетела. Что мне тут осталось? А, вот. Хорош. Станция не так. Вот, спасибо, девочка. Она пришла. Мне кажется, она вылетела. Она за мной бегает. Да, она вылетела. Она вылетела, не смотря на... Ты смотри, как она бегает. Как она... Там, блядь, она и второй раз. А то баран, короче, он их замораживает. Но... Она бот, она никого не стреляет. Нет, кого не стреляет. Хорош. Двойная ульта, так сказать. Вон, видишь, она ни в кого не стреляет. Не сочувствуем, чё. Мы из-за этого, кстати, только побеждаем. Так она же, того, она, она ж площадку не дает брать. Нет, нет, нет. Ну да, сейчас она дает уже, а до этого не давала. Ничего, сочувствуем. Они бы могли выиграть. Но сейчас, возможно, у них-то и разошла это. Да, вот сейчас она зашла, походу, уже. Норма, блядь, стала. Где? Моджа спот, вот тут под... Касса Симон. Нет, Тара, походу, не буду стать. Живите. Что, получится? Получится, наверное. Ну, я так думаю. Блядь, да это ёбаная. Минус мой. А! Ебаная игра. Блять, ну ты серьезно, игра ты ебаная.
Меня выкинул. Мне игра крашнулась просто. Телевизор. Крашнулась, да? Mm-hmm. Что-то кто-то у них читер. Почему? Просто играют. Нет, есть, короче, программа, которая вышибает специально. Я захожу. Заходи. Как я покинул очередь матча? Что за прикол? Не был, вы победили? Вы победили? Нет, 3-3. Ты заходишь? 3, 2, 1. Мне кажется, что не успею до конца. Ну, не спеши, не переживай. Тира, нифига на не будет, Тира. Не, она уже зашла. Зашла, да? Давно он был. Ну, после того, как мы захватили, она зашла. А когда мы захватывали, она, да, это был бот, да. Просто бегала, ничего не было. Еще не проиграли? Нет, еще. Я захватываю. Давай грузить быстрее каменный хлеб. А, не говно. О, отлично. Что-то у меня ничего не лазает. Пизда, мы проебали. Ага. Не успею. Сосите, братцы. Я успел. Молодец. Мы проебали. Я мог проебаться. Да, блядь, все. Да потом Тайра вылетела, она хорошо на самом деле играла. Так она не дает. Она не дает площадку брать, короче. Еще и плюс у меня контракт. И тем более я не спец на кейсе. Ну сможет это ебаный постановить. Почему я не так на этом скотине? Ладно, мне не нравится этот тупой атлас. Я морю. Зови опять. Сейчас. Сейчас отдуплится. Ну, 84 дамага всего набил я. Ну, как бы недоумеющего, нормально, я считаю. Я вообще на ней не умею. Готов? Чё, ты не бери? Готов. О. Поехали? Да, старт. Интересно, я получил бронзу? Я еще ни разу бронзу не получал. Надо получить бронзу. Хочу бронзу. Хочу быть бронзой, дайте бронзу. Еще тебе платину даю, да? Надоело, это платина, ГМ. Хочу бронзу. Я хочу бронзу. Дайте проебать. Ага. Не дают, сволочи. У них, короче, Титаря не столько может, сколько, короче, делала проблемы Тира. Она кидала, короче, зажигалку на площадке, и на площадке наши не могли стоять, они сгорали. А может, что, ну, спамит, да, короче, фигня это.
Почему я тиру постоянно баню, короче, всегда. Если нужна точка, тира нафиг в баню, если она не наша. Ну, бывает, что тира, короче, на нашей стороне, но вообще не можно тирировать. О, у нас пионеры. We need to check Makoa or ban him, one of this. Болтает, блин. Ты слышишь, да? Да. Your team's turn to ban. Ban Willow and Makoa. Не буду я банить Макуа, блин. Сначала... Ban Willow and Makoa. Тем более, на этой карте, мне кажется, надо... Your team's turn to ban. Oh no, I'll back cool. I'll back my cool. Hi guys, Frostfang. Okay, I'm going medic, guys. Going medic. Go medic, yeah, medic, да. Oh, Kira. Grok, I'm going Grok. I'm going Grok, блядь. Doing medic. Я просто ору на дни. Кто-то знакомый уже вот. No. Болтун его. Come on, bro. Seriously, bro. I'm going dredge now. И вообще какой-то челик на заднем плане разговаривает. Он что, новости там? Походу. Футбол какой-нибудь. I'm going damage then. I'm going damage. Your turn to pick. На дриджа отыгрывал. Берег, короче, будет по сторонам, Тиро будет бегать там. Короче, фокус. А ты на него динамик наступи, короче, не будет слышать. Да не, пусть базар. Я все равно ничего не понимаю. Для меня это вот так звучит. Slash of metal as everybody tends to go for them. 10% features from that. We've got a Fury, we've got a Drogo's already. We do also have an Eevee. Side 2 playing Grok. He doesn't have very much. Hi guys, Frostfang. Here, welcome back once again to another Paladins video. We're going to be playing some Damage Grok today. I wasn't sure if I wanted to actually do this video just because of how recently I played Healing Grok. I think it is different enough to Healing Grok because not a single card that is in the normal Healing Loadout Sprint. Я вижу по тебя кашу. Ленг, бро, Ленг. Ленг. Догалкался. Че, опять этот попадется? Будет смешно. Ну ты же болтун. Тоже, да, я что-то разговариваю. Драгон Ра. О, норм. Как то же самое, те же пики. Ага. Ну, ничего.
Вот дилемма, кого взять, да? Хм, хан или хан? Вот в чем вопрос. Хам или хан? Ага. О, нам быка надо, точно. А нафига нам что-то другого? Нам быка надо. Зачем нам танки? Вообще, нам нафиг они нужны. Быка лучше всех. Быка, Алён, быка. Хоть один понимает, что надо делать. О, пихатель. Интересно, кто из кого будет? Сирис или Джек? Мне что-то кажется, что Сирис. А ну-ка. Не знаю почему. А предчувствие подсказывает. О. А, ну у нас, да, у нас предчувствие подсказывает, что Сирис. Так. Дзин? Ну, дзин, ладно. Главное, что у нас БК есть. Это главное. Мы без БК вообще не обошлись никак бы. Да вообще. Так что мы теперь спокойны. У нас БК есть, у них два. У них вот, видишь? Ну все, пока всех разъедет. Ага. Да нафиг им хил нужно, они и так профессионалы все. Главное выделить анонс. Прикинь, короче, будет троллерный был. У нас, короче, ни одного не было хила. Mm-hmm. Вообще ни одного, короче. Взяли все дамаги. Я был там соло. Бой ушел, mm-hmm. Будешь смеяться, 27 минут нас пытались убить, короче. Мы вот самую малость мы выиграли бы этот бой. А там, короче, лиса. Сири, короче, хилы, прикинь, были. 27 минут в бой ушел. Нормально. О, я? Он вообще тут-то? Хз. А нам же танк уже второй, правильно, по-любому? А, Баррика хочет. Хорошо. Он Баррика хочет, прикинь. Это нормально. Я такой думаю, может нафиг надо? Главное, у нас с тобой шмот одинаковый. Модный. Это... Модный. Мы тут все... Ага. Мы ветераны паладина. Мы их палли? Да. Так, смотри, они сейчас, короче, будут заходить сзади. Бомбить. Смотри, какие они жесткие. Жесткие? Там чуть пизда. Нет, у нас жесткие, у нас этот, БК очень жесткие. У них что, кейс? Да. Да. Короче, беги в уголочек, забейся там где-нибудь. Сейчас БК все сделает. БК вообще, я тебе говорю, вообще блин, тема. Блин, а я хотела кофе, а сделала чай. Да? Я сейчас тоже поиграю, уже может еще будет два и все, мне что работу завтра еще, второй день. Мы сейчас с тобой не глядя, короче, два часа, сейчас, второй этап. Первый этап, сейчас, три часа с тобой даже не глядя, опа, и нету. Опа, мин. Потом... Ага, сейчас, подожди, замутим. Кто, там опять что-то разговаривает? Мне ничего не слышно. Этот. Так, все. Я лечу, короче, за чем, не знаю, за кем ты лечу, короче.
О, я пришел уже. Я вообще не знаю, куда. Она, ты меня останешь, да? Ты меня останешь? Отвали. Открывайся, отправят 13 деков. Ага. Кто кого бомбит? Не пойму. Зайдем. А у них что, кейси? А, нет, а, да, у них кейси. Я думал, кинес. Так что мне только надо отпихивать, а? Нормально, я против нас команда. Отвали. Отвали сейчас... от меня. И что ты меня толкаешь? Ох. Да неужели мы его убили, а? Их там пить вообще на месте стоит, всем пофиг. Ах ты сука. Спасем. Народ, спасем. На кейсе убивает. Она стоит, настреливает там, да? Я вижу ее. Да, она просто на месте стоит просто. А я фурик, Андрю. Мне пофиг. Отвали. Сейчас же я возьму на вас вот такую штуку. Если не будете такие роскошные. Иди сюда, красавица. Туби конец, девочка. Девочка. Туби конец. Тебе пиздец, девочка. Маленькая девочка. Уехали. О, молодец. Блять. Ха-ха-ха, девочка. Ой, боль. Ты чё, девочка маленькая? Сейчас где-то хан, разберусь с ханом где-то. У меня корочка была, петушочек. Или бишь. Сейчас. Майга. Да пошла ты в жопу, корочка. Слышишь ты, корочка, отстань от меня. Я тебе не... Я тебе не маринад, чтоб поливать тебя. Ты заколебала меня, толк. Я хочу тебя взять, моя газ. Я тебе не маринад, чтоб идти к мясу. Стреляешь, да, Эрик? Щукин сын. Сзади чуть-чуть хан. Все, мы почти довезли. Я умер. Я здесь, а? Ты дебил? Дезин! Ой, да, он ультанул? Под ее ульту. Кто? Дезин? Ну? Ультанул под ее ульту. То есть она ультанула, и он умер. Он думал, у него ему повезет, да? Я чуть-чуть не успел кинуть ульту. Ну ладно, ничего страшного, будем тренироваться. Тут
Алло, ебать. Ой, если бы ты пораньше зашел, ты бы видел мой виск услышал. Я уже когда-то слышал. Блять, это пиздец, потому что я ультанула, когда мы не довезли. Просто за секунду не успел подбежать. Так что ты там зашла уже, нет? Я смотрю такая, Джокер заходит, Джокер выходит, Джокер заходит, да Джокер выходит. Да он меня, блядь, выкидывает, меня два раза выкинуло из игр, из рак. Подряд. Ты молодой, только сидит, блядь, типа, что за хуйня там, раз 20 тебя выкинуло. Меня два раза. Опа, не, я тут, я первый. Смотрите, пусть я тебя убавил. Молодец. Блядь. Это, блядь, серьезно. Ой, больно. Куда ты где? Точно. Это сдохнул. А мы там сказали. Меня сзади бьют. Блять, а уеба. Так они выпор, подожди ко мне, вдвоем. Посмотри чуть-чуть на тачке, да. Пошел я. Я умер, так сказать. Заебали меня от раза, который дурил. Ладно, у нас там Хохо Пати, ты видел? А? Он, ты видел у нас Хохо Пати? А, вы все украинцы. А? Ну да. Ну идите, играйте, чё я выкину. Бля, ну это охуенно. Кидаю, наконец-то, твою тупую ульту. Блин, не успел тебя хилить, блин. Встань на точку быка, пожалуйста, встань. Да куда? Меня вбили его. Я быка говорю. Хух, стою на точке радио. Молодец. Надо хоть не 3-3, пока что. Блядь, все-таки его убил. Он из БК залагал или честно? Он натянул и залагал? Почему он шарик? Хорош. Бля, я его... Курочки. Курица — это же мясо, да? Ну, как бы да. Ну, то есть всё. Шутка, я маринад, чтоб подходить к мясу. А типа, курочки — это же мясо. Все логично. Боку бьют. Бэээ, я играю против курочек, как сказать. Это шутка, да? Сверхразумская. Да, и как, кстати, извини за вчерашний. Я его все-таки дебил. Ну, доходим, я. Вчерашний. Когда мы довезем, там, я не знаю. Да, новый раунд. Не пенис, что тут. А может надо меня прибавить немножко? Да я не могу, сейчас мы играем, тупица, ты ебаная, блядь. Не понимаешь, что я тебе говорю? Говорю, подожди, блядь, не базарь, короче, я нигде не слышу. Блять, может надо бы мне прибавить? Конечно, когда прибавлю, блять, когда ума прибавить. Вот. Говорю, блять, подожди, нет? Я ж такой живучий, ой. Да. У меня эхо идет от кого-то. Рафима. А чё у него с этими? Ну, блин, мы играем просто. Ты говоришь, есть контакт. Начинаешь разговаривать. Я нихуя не слышу. Что у меня, блядь, стрельба идет. Извините, я помню. Ай, помогите быстрее. А, Санча. Молодцы.
Эгостайли. Thank you. Это было жестко, как-то. Так они, короче, топу пишут ко мне. Ау, кто там через динамики слушает? Кто там через динамики слушает? Все, говори. Алло. Это меня? Да. Я тоже сейчас играю, как бы. Ну вот и все. Говорю, блядь, я извинялся за вчерашнего, ты прослушал. Да потому что ты, блин, да, орешь сначала. Ну до этого ты слышала меня, а сейчас что-то перестала. До этого я тебя тоже не слышала, я еле-еле. Ну потом начался, стрельба началась. За что ты извиняешься, дебил? А чё? Ты пошпарил себя, как тебе дурак. Ладно, ничего. Нет, вроде. Ну, ничего, грубости не говорю, просто все. А, да? А, ну да. Yeah. А, ну да. Только чем. Курочки сдохли. Слышь, курочка, я не маринад, чтобы подходить к мясу. Ты курочка, отойди. А мы что, они тут вдвоем, да? А чё напрыгивает, нахуй? Вика, ты авиациклон набрал? Авиациклон не слышал. Они перебивают. Да потому что это Барик стоит наверху. Ты опять один раз не кидала. Да, меня тоже немного напрягает, что я... И чё, мы не идём туда? Курочка ебаная. Потому что от Ауи идет прям бас-буст. Да я себя тоже слышу. Хорошо, я дошел. Встань на точку, дебилка. Сейчас всех усейдет. Курочек собрала. В кучку. О. Ага. Ну нихуй всех волка повернуть. Эти курицы мои. Да куда стоять? Посмотри, что делает. Что это пиздец? Бля, а, ну он, а. Блядь, я думаю, все равно 2, 3, все. Оп. Главное, что мы не проебали. Блядь, почти долетел. Ну-ка. Мы почти выиграли. Да мы выиграли. Почти, блядь. Мы же выиграли. Нет, только не хватило. Ну, ёбан в рот, блядь, ёбан хар. Курочки. Курятник обратно заберите к себе, пожалуйста. Сука. Я, блядь. Ничего, ладно, я вас... Я не понял, а что такое живучий, а? Че? Трофим, у вас там что-то разошли? Нет, мы играем. Просто я подошел, типа, спросить, а в итоге сейчас не могу выйти, блядь. Блять, у меня 3 хп, блядь. Ебать, на меня чихнут, я сдохну, блядь. Генерал вообще. Сейчас 3 хп. Слышь, я вот не пойму, почему Эш не издыхает такой живучий? Не знаю, там у всех лол хп были, когда мы стояли на точке. Он вообще не издыхает. Да ты умрёшь сегодня, нет, ты скотина, на курочка. Ой, курочка. А, смотри, что? Мне кажется, что это не боты, не знаю почему. Не так, такое ощущение, что не боты. Особенно вот это вот. Просто она меня застанила. Блядь, хуёво. Она меня просто застанила и не стала дамажить. Чё это странно. Да нет, короче, что-то совсем не то. Что такое говорит? Чё? Блять, так лагает. Вообще не вздыхает, он. Что-то наши все по когда умирают, а у них. Больно. Пошёл нахуй, блядь.
Ебучий урон, блядь. Ты отойди от меня, курица. Блядь, ты хрюк через Лизеофан играть? Да нет, они что-то... похоже, нет, если завезут, я буду в шоке просто. Что? Да, блядь, второй что раз ты издеваешься? Обернитесь, блядь, мудоёбы! Да она, по-моему, куда-то перестала вообще даже отрабатывать. Вообще даже отрабатывать. Ну, смотри. Смотри, ты курица спала, он ультанул. Вот это было классно. Прикольно, да? Слышишь, что-то с Сэшем не то, короче. Сэшем не то, короче. Ну, что-то с ними совсем. Да нет, он вообще не вздыхает. Да что это прикол такой? Нормаль-то двойная была. А может она из-за килотика? У нее это купленная дефиска. Хотя у нас... Что из-за чего? Что из-за чего? Ну если мы ее сейчас не убьем, значит мы читаем, можно каким-то... Слышишь, мы прожигание, слышишь, короче, мы прожигание. Почти качаем, она почти вообще не вздыхает. Доходит до двух единиц и все. Посмотрим сейчас. Если сейчас она не будет играть, то кинерит вот за... Офигеть можно вообще. Офигеть. Понял. Пришел уже, смотри. Ты курочка задолбала меня откидывать. Смотри, вообще не вздыхает. Тихо, собака. Блин. Вот, хорош. Ты курочка, блядь, я мне не попадаю просто. Все, ну, все сдох. Ой, сука, блядь. Че он мне не притянул? И он в моем поле просто танцует, в моем поле. Кай всех ебет. Хорош. А что за хуйня? Да нет, все равно Наэша, короче, репорт Наэша. Молодец. А ты же там у них на базе, по-моему. На базе, по-моему. А, нет, здесь. Так, блядь, пошла она. Это когда я двоих. Ага. Да. Да ебучая, блядь, Скай, да что ж такое? Не заебал. Скотин. Запихал. Запихал. Тебе это разборит, блядь. Так, ну чё, мы с тобой на сегодня все. С тобой на сегодня все. Завтра продолжим, да? Завтра продолжим, да? Молодец, хорошо отрабатываешь. А я вот пошел в датчик в бронзе. ГГ Сириз, чё? А, чё, хорошо я отыграл, да, ГГ Сириз? ГГ Сириз. Это кто там, короче? Как же мне нравится ГГ Сириз. ГГ Сириз. Вот так вот, ребятки, ГГ Сириз. ГГ, а чё? Это не пельмени у нас присподачивают. Это ГГ Сириз. 233 кило сделала. Кило сделала. Это ГГ Сириз. Заклинил. Я не могу. Ещё и главный маньяк. Маньячка Сири. Устал играть в Паладинс. Пойду в другое. Нифига себе. Устала так, что пойду в другое играть. Да. Молодец. Ну давай, споки-ноки, до завтра. Давай, пока.